мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Накануне в Туве стартовал первый этап всеармейского военного ралли. Индивидуальная гонка по первому маршруту, как и планировалось ранее, прошла по территории Тандинского района. В 6 утра колонна из боевой техники выдвинулась от территории военной части 55-й отдельной мотострелковой бригады в сторону села Байхак. На месте старта была обозначена площадка для зрителей и автостоянка. Кроме того, администрация Тандинского района организовала для гостей и участников соревнований концертную программу. Так, я бы не сказал, что нисколько не тяжело, потому что мы очень рады принимать участников со всей России, особенно военных. Это же для нас это честь и счастье. Наши коллеги, мои коллеги, организации и сами жители нашего Хажуна, они очень рады. От каждой из 6 команд Центрального, Южного, Западного, Восточного военных округов, Северного флота и воздушно-десантных войск в индивидуальной гонке участвовали по 4 автомобиля – 2 КАМАЗа и 2 Урала. Таким образом, на трассе первого этапа длиной около сотни километров были 24 экипажа. Более 100 километров по бездорожью участники команд преодолели практически за 1,5 часа. Отметим, что экипаж не должен превышать скоростные ограничения в 60 километров в час. Одним из первых финишировал экипаж Южного военного округа. Команда неоднократно становилась победителями разных военных конкурсов, в том числе и военного ралли. Участвую уже 4-й раз. На России первый раз получил. 2-й раз уже. Вот. До этого участки у меня были такие дороги, там тоже сложные. Здесь можно отметить. Здесь овраги, косогоры. Есть моменты. Участки посложнее. И попался бархан, прям много песка, там действительно было круто, опыта пришлось приложить по максимуму. В принципе, маршрут нормальный, понравилось. В состав команды Центрального военного округа вошли 6 бойцов 55-й мотострелковой бригады из Тувы. Военные участвовали впервые, главное, что техника не подвела, а там уже и совсем можно справиться, отмечает Айдын Акбан, водитель Урала. Да, есть места сложные, а так сам себе уверен был, нормально приехал, без ошибок. Судейский корпус с помощью спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и других электронных устройств машины и действия участников наблюдали на протяжении всех отрезков соревнований. Сегодня завершился первый этап соревнований. Я хочу отметить, что все экипажи очень хорошо подготовлены. Время показали намного лучше, чем я этого ожидал. У нас финишировали все машины, за исключением одной, которая имела неисправность и будет эвакуирована. Одна машина также ремонтировалась в ходе проведения гонок. Экипаж тоже проявил свое высокое мастерство, устранил неисправность и продолжил гонку. По итогам индивидуальной гонки в категории 4x4 первое место заняла команда Южного военного округа. Второе – Центральный военный округ. Третье место у команды Северного флота. В категории 6x6 также первое место у Южного военного округа. Второе место завоевала команда Восточного военного округа. Третье – Центральный военный округ. Отметим, что одновременно 7 июня на полигоне 55-й отдельной мотострелковой бригады прошел огневой этап, в котором участвовали автомобили «Тигр». Также сегодня прошел завершающий этап военного ралли «Командная гонка», где приняли участие все 30 автомобилей, по 5 от каждой команды. Это бронированные «Тигры», грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал». Старт в районе угольного разреза «Кахемский», финиш в местечке Тосбулак, где обычно завершаются традиционные конные скачки во время надыма.
В Верховном Хурале Тувы состоялось заседание Комитета по социальной политике. Под председательством Ирины Самойленко были рассмотрены законопроекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и других направлениях социальной сферы с участием руководства профильных ведомств. Одним из рассмотренных на заседании Комитета вопросов стал федеральный законопроект о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Ирина Самойленко ознакомила участников заседания с решением Комитета Государственной Думы по образованию и науке по данному вопросу. Законопроект об изучении родных языков будет кардинально переработан. В ходе заседания позиция всех участников и ученого сообщества Тувы была учтена. По итогам обсуждений в профильный комитет Госдумы будет направлен отзыв на законопроект с указанием, что предстоящие изменения в тексте документа позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка, воспитание и обучение, возможности изучения государственных языков республик и позволит избежать неоднозначной трактовки положений законодательства. Служба по тарифам республики на основании материалов, представленных перевозчиками в 2017 году, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальному маршруту на территории Кызыла, поселков Сукпак и Кахем, произвела расчет стоимости одной поездки автобусами, которая составит 17 рублей за одну поездку. Основанием для пересчета размера стоимости одной поездки послужил рост цен на ГСМ. Так, согласно постановлению правительства Тувы от 4 июня 2018 года, стоимость одной поездки в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с 15 июня увеличится на 2 рубля. В настоящее время Министерством труда и социальной политики республики разрабатывается механизм компенсации стоимости проезда отдельным категориям граждан, а также введению транспортных социальных карт для оплаты проезда общественным транспортом. И о курсах валют: доллар стоит 61 рубль 82 копейки, евро 73 рубля 7 копеек. Игра перешла в реальность. Horror Quest Black Hole. Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». В минувшие дни вся страна отметила день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Не остались в стороне жители разных районов Тувы. Сотрудники Баронхемчикского районного суда в рамках Дня русского языка провели акцию и написали диктант на тему «Я дружбу знал». Для зачитывания диктанта и проверки грамотности была приглашена учительница русского языка и литературы первой школы села Кызыл-Мажалык. В век компьютерных технологий, когда твое предложение или слова исправляют компьютер, невольно начинаешь забывать правила русского языка, отмечают сотрудники районного суда. Поэтому диктант вызвал у них большой интерес. Как показали итоги, работники суда хорошо владеют грамотным письмом по русскому языку, соблюдают пунктуацию. Управление Роспотребнадзора Тувы призывает воздержаться от посещения лесных и таежных массивов в сезон максимальной активности клещей. По данным ежегодного мониторинга по эпидемиологической ситуации, по укусам клещей и их последствиям отмечен рост случаев в обращении в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания опасных насекомых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%. Всего в этом году зарегистрировано 956 обращений. За этот же период прошлого года обратилось 852 человека. Первый случай присасывания клеща в этом году отмечен 27 марта в селе Мугураксы Мангунтагинского района. Зарегистрировано 7 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе двух детей – 6 и 11 лет.
Клещевым боррелиозом заболели 22 человека, в том числе 10 детей до 17 лет. В целях защиты от укусов опасных насекомых необходимо также соблюдать меры неспецифической профилактики, носить защитную одежду, пользоваться аэрозолями. Рекомендуется носить светлую однотонную одежду, на которой хорошо заметны клещи. Брюки следует заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки должны иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. На голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под шапку или косынку. Перед использованием аэрозолей следует внимательно прочитать рекомендации по применению, следить, чтобы средства для распыления на одежду не попали на кожу. Над территорией комплекса курганов «Долина царей» в Туве ученые провели аэрофотосъемку на площади более 20 квадратных километров. Ректор Томского университета Эдуард Галажинский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский подписали соглашение о сотрудничестве. Они планируют совместные археологические исследования с применением компьютерных технологий. А первым проектом станет 3D-модель «Долины царей» – комплекса скифских курганов в Туве. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. С помощью современного оборудования археологи Томского университета создают 3D-модель всей долины, отдельных курганов и погребений. Помимо научной ценности, полученные результаты будут востребованы в современных музейных практиках. Например, трехмерные модели и цифровые архивы могут стать основой интерактивных мультимедийных выставок и виртуальных музеев, которые, в свою очередь, позволят всем желающим виртуально посетить Долину царей, не выходя из дома. Напомним, что скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в 8 веке до нашей эры территории Северного Причерноморья. В расположенной на севере Тувы долине царей, названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. Например, в кургане Аржан-2 ученые нашли около 20 килограммов различных золотых изделий. Белый шатер на воде сегодня стал местом дислокации съемочной группы радиостанции «Голос Азии». Именно там ведущие спрятали приз для победителя квеста «Замес майонез». В этом сезоне, напомним, в качестве подарка бесплатный обед от Гранд Холла «Столичный». Салаты, горячие с гарниром, содержат в себе все необходимое, что нужно получить человеку, следящему за своим здоровьем. Ведь это правильное питание. Ну а чтобы получить его в подарок, нужно разгадать загадку квеста, в которой зашифровано его местоположение. Узнаем, кто сегодня первым нашел его и сказал оператору кодовую фразу «замес майонез». Замес майонез. Все верно. Вот ваш приз. И все? Нет, пожелания радиослушателям. Участвуйте в конкурсах, товарищи. Будете выигрывать. Заказать на обед или ужин линию правильного питания от «Столичного» можно по телефону. А подробности квеста узнавайте в эфире первого республиканского FM-радио «Голос Азии». Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключить максимально выгодные договоры. Уже сотни людей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить займ быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В течение суток 9 июня местами по республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами грозы возможен град. В Кызыле переменная облачность, без осадков, возможна гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 27, плюс 29. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.